Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас певец и музыкант из Америки Джеффри Хак. Всем приятного просмотра. На английском. Holds the light to set it back, me want to take it anymore. Show must go on. Шикарно. Show must go on. Он так бережно относится к каждому слову и контролирует свое дыхание, начиная отсюда до... Это такая филигранная работа с воздушным потоком. Его диафрагма выдает ровно столько воздуха, сколько нужно. И начинает вот отсюда. On and on, just any many dog. What are you looking for? Quest of learning, I must be coming now. Some adventure. Ready, call it now. All sorts of doubt is breaking, but inside things are taking back into be free. Show must go on. Show must go on. Ох, а это было прям в точку. Он там как топнул, и в то же время заиграла гитара. Вот здесь это был блеск. Отличное чувство ритма. Этот парень может петь как Iron Maiden. Думаю, вы понимаете, о чем я, если знаете их вокальный стиль. Я про вот это. Да, наверное, каждая рок-группа из 80-х звучала вот так. Может, я слегка ошибаюсь, но это прозвучало для меня вот в стиле 80-х. Особенно, как вот эта группа. Это не Iron Maiden. В их песнях был точно такой же вокальный стиль. Этот парень типа, да, мы это уже проходили. Он настолько живет этим. Yesterday, we cry about every time.
Мне по душе эта мелодия. Даже если б я не знал эту песню, я бы сидел и подпевал ему. Вот такая она кочевая и цепляющая. Обожаю. Слышали вот это? Етить-колотить. Это ж настоящая страсть. Он что, допрыгнул до второго сопрано? Не думаю, что слышал что-то выше этого. Да, он пел высоко в Стрэнджере, но здесь... Так, мне нужно немного перемотать. Это же превосходит диапазон Брэндона Юри, когда он поет вот это. Когда я смотрел, как поет Брэндон Юри, я думал, что точно никто не перепоет его высоту. И вот только что Димаш сделал это на моих глазах. Это была та же нота. К сожалению, я не могу похвастаться абсолютным слухом. Вот черт! Хочу еще вот этого. Да он же настоящая рок-звезда. То же самое. Wow. Да, пальцы вверх. Thank you so much. Thank you so much. Маэтро, thank you so much. Еще и такой скромняга. Постоянно. Ну что ж, как и всегда скажу, у него просто невозможный вокальный диапазон. Он использует свою диафрагму лучше всех, она буквально встроена в него, и он использует ее по полной программе, как в принципе другие певцы и должны делать. Но не каждый певец умеет пользоваться этим правильно. Он знает, как работать со своей диафрагмой. Этот свежий поток воздуха. Нет. И даже куда-то выше, чем это. И при этом он берет еще и низкие ноты. Вокальные возможности этого парня невероятны. Это большая заслуга его диафрагмы. Многие люди, когда начинают петь, они поют из своей груди. И это, конечно, все безнадежно, потому что нужно петь в самой нижней части, в области живота, своей диафрагмой. И он в этом непревзойденный мастер. Он учился этому годами, и у него прям вся семья музыкальная. Там же было столько вкусняшек, что мне каждый раз приходилось возвращаться назад, чтобы послушать, что это, черт возьми, было. Я знаю, что это было, но хотелось послушать это снова, потому что это срывало мне башню. Ведь его голос был похож на других артистов, но он как будто бы доводил их до идеала. Его голос напомнил мне рок-группы 80-х. И я не про Металлику. Куда там Металлики да Димаша? Без обид, Металлика. Если вы когда-нибудь посмотрите это видео, у него есть
свои разные вокальные стили. Так он еще может копировать стили других артистов и создавать из этого всего что-то свое. Там была целая куча моментов, и особенно когда он брал сверхвысокие ноты. Я думал, что единственный человек на Земле, кто вообще может так петь, это Брэндон Юди. И, наверное, есть другие артисты, которые могут петь выше, чем Брэндон Юди. Но Димаш просто затмил его этими своими нотами и этим чистейшим вибрато. Вибрато получается тогда, когда воздушный поток достигает правильного баланса. И чтобы такого добиться, нужна практика, знание своего голоса, голосовые мышцы и использование диафрагмы. И, конечно же, осознание того, что ты певец. Еще что хотел сказать, он знает свою аудиторию. Вся его аудитория, они все там ради него. Они знают, на что он способен. Возможно, там есть меньшинство, которое видит его в первый раз. В основном, он не смотрит на аудиторию. Там только он и микрофон. Но он знает, для кого он поет. Он отдает часть себя, часть своего голоса и делится своей страстью, пением, повествованием через музыку. Многие начинающие певцы могут многому научиться у Димаша. Достаточно посмотреть эти видео, его сценическое поведение, когда он исполняет, послушать его воздушный поток, особенно там, где он делает вдох. Он спел вот эту строчку так, а потом он сделал вдох, а другую строчку он спел вот так. Очень важно тщательно проследить за тем, как он поет. И не менее важен его язык тела. Великие певцы учатся у великих певцов. А Димаш — это не просто великий певец. Он великий, превеликий певец. Спасибо вам, что поддерживаете наш канал. Вы делаете мою жизнь намного проще. Всех люблю, всех обнял. Пока!